Приключения пони и динозавров. Серия 12. Яйцо тиранозавра. О, какое славненькое у меня яичко. Какое хорошенькое. Какое беленькое. Очень скоро из него вылупится маленький мой сыночек. Он будет такой же хорошенький и славненький, как домик, в котором он сейчас живет. О, здравствуйте, миссис Спини. Как Привет. Поживаете? Привет. Как поживаете? Хорошо. Какие новости? А то я тут сижу на своем яйце, ничего не вижу, ничего не слышу, не могу никуда отлучиться. Я тоже с ним недавно. Только он уже вылупился давно. Да, и как поживает ваш сынишка? Хорошо. А скажите, как вы назовете своего сына? Ой, вы знаете, я даже еще не придумала, как я его назову. Я так увлеклась высиживанием, и так мне нравится мое яичко, что я даже еще не подумала, как назвать своего сына. Похоже, это начинается. Да, сейчас он вылупится. Здравствуйте, Боря. Здравствуйте. Сейчас тиранозавр упирается. О, она уже трескается. Да. Здравствуй, мой сыночек. Здравствуй, родненький. Я так долго тебя ждала. Мама? Да, я твоя мама. Какая ты красивая. Да. Какой... Я тебе нравлюсь. Так, какой синий хвост, какие красивые зубки. Такая, да, такая хвост у меня действительно сильный. А почему у тебя такие маленькие лапки? Ну, понимаешь ли, сыночек, у всех тиранозавров такие маленькие лапки, зато у нас очень сильные зубки. Да. Я думаю, мы самые сильные. Нет, есть еще сильнее нас. Например, спинозавр. Вот, познакомься, это миссис Спини. Здравствуй. Я тоже сыночек. Зовите своего сыночка миссис Спини, пусть детки поиграют. Райф, Райфик. Здравствуй, малыш, познакомься, это мой сыночек. Поиграйте, а мы пока с миссис Спини сходим за вишнями. Да, для пирожочков. Да. Вас накормим, детки. Ура, пирожочки, пирожочки! Старший сын спит, но сейчас он тут где-то с друзьями играет, поэтому вы не смотрите. Понятно. Ну, пойдемте, миссис Спини, за вишнями. Здравствуйте, мистер Паук. Вы можете купить у меня мою. Да, а вишни можем у тебя купить? Можем. И сколько стоят вишни? 1 рубль. Очень дешево. О, очень хорошо. Тогда, пожалуйста, дайте мне 4 килограмма вишен. И для миссис Спини. Миссис Спини, вам сколько килограмм надо вишен? У вас 2 сыночка, вам надо побольше. 5. Для миссис Спини 5. Хорошо. Но я не просто продавец, я еще мудрец местный, я очень мудрый. Спрашивайте что-то. О, мы очень хотели найти местного мудреца. У миссис Спини постоянно существует один вопрос. Ей очень интересно, да, миссис Спини? Да, где мои родители? Живы? Ну, я не знаю. Надо спросить у малышки Иги, местная игуана. Она все про все знает. Очень хорошо. Тогда мы пойдем к игуане. Правда, миссис Спини? Да. Пойдемте. Здравствуйте, Иги. Как поживаете? Что, простите? Что вы сказали? Ничего не понятно, миссис Спини. А вы понимаете, о чем речь? Это не язык игуан. Ну, может, Боя знает. Я поговорю с ней. Их родители напала стая раптов и алозавров. На ваших родителей, миссис Спини, напала стая раптов и алозавров.
И что с ними произошло дальше? Ах, а дальше началось извержение вулкана, и Буана спряталась и ничего не видела. Но кто же мне расскажет про моих родителей? Я так долго ищу это существо. Малышка Иди, простите, что потревожила. Мы, к сожалению, в итоге ничем не поможем. Ну, может быть, хотя бы малышка Иди знает, кто это мог увидеть? Проси у нее. А, миссис Фрэнкс. Ладно, мы будем искать миссис Фрэнкс. Мать Фен, но они уже стоят не здесь. Будем искать. Пока, малышка Иди. Надо спросить у Фена, кто такая миссис Феникс. Поговаривают, что она самая главная среди фениксов. А теперь всем пока. Смотрите другие наши мультики.